Падчас выниковой коллегии управления спорту и туризму Гомельского облвыканкама сегодня так само отзначили лепших. Узнагороды отримали работники и установы этой галины, которые допомогли у досягнении высоких показчиков по выниках 2018 года. А тут Гомельской области есть чем гонориться. Показчик экспорту туристических послуг перевыкананы больше, чем на 2 миллиона долларов. По выниках минулого года лишь бы наблизилась до 17 миллионов. Основу экспорту складают послуги санаторно-курортных установ, а так само спортивный туризм. Это проведение сборов и спортивных спаборництв на рынках региона. Замежных туристов приваблює и сельский туризм. Доля агросядзіб у экспорте стабильно растет. У спорте наша область несколько годов запр застается у лику лидеров, соступаючи только городу Минску. Тычится это как подрыхтовки резерву, так и выступления дорослых спортсменов на внутренних и международных спаборництвах. У Гомельской области амаль 30% на насельніцтва на постоянной основе займается физической культурой и спортом. И это так само добрый показчик. Спортивные установы загружены амаль на 100%. Сохранили тенденцию наполняемости объектов, причем различными механизмами. Но самое основное, на что мы делаем упор, это на укрепление материально-технической базы. Практика показала правильность выбранного курса, которым сегодня, скажем так, мы занимаемся. И в рамках тех поручений, которые исходит от губернатора Гомельской области. Мы в прошлом году укрепили материальную техническую базу Ветковского и Брагинского района и уже видим значительный прирост занимающихся жителей, приезжих граждан именно на спортивных объектах. Спортивные объекты совсем по-другому принимаются, людям интересно туда ходить. 2019 год отказны. Беларусь будет принимать другие европейские гульни. Основные намагания будут накированы на якостную подрыхтовку и удалое выступление наших спортсменов на этих спаборництвах.